Основанная 70 лет назад в Лондоне компания Lotus пережила немало взлетов и падений. Достаточно сказать, что последнюю полноценную новинку, Evora, Lotus представил 11 лет назад и с тех пор издавал только специальные версии и доработки. Но два года назад английская марка вошла в состав китайского холдинга Geely и готовится к новому подъему. Грандиозные планы китайцев раскрывает новый электрический гиперкар, представленный на специальном мероприятии в британской столице. Машину назвали Evia, что должно значить «первый в бытии» или «живущий». Пафос тут не случайный, ведь 4 электромотора выдают 2000 лошадиных сил, что позволяет Lotus заявить о постройке самого мощного в мире серийного дорожного автомобиля. Углепластиковый монокок весом всего 129 килограммов по технологии Формулы-1 отливают в Модене. Снаряженная масса Evia вышла не маленькой по меркам Лотуса, но весьма умеренной для электромобиля. Тяговая батарея установлена за сиденьями, отсюда и характерный среднемоторный силуэт. Интересно, что аккумулятор может выдавать электромотору и прочим потребителям мощность в 2 мегаватта, и это тянет на рекорд в индустрии. И еще один примечательный показатель. Существующие в мире зарядные станции пока выдают максимум 350 киловатт. С такой мощностью даже высушенная батарея Evia наполнится за 18 минут. Но Lotus может принимать и 800 киловатт. Когда такие колонки появятся, полная зарядка займет максимум 9 минут. Серийный выпуск гиперкаров Lotus развернет в 2020 году. Всего выпустят 130 экземпляров.